Так, всем привет. Ну что, продолжаем столкач. А, Сидорич, Сидорич, Сидорич. Я тебе там вроде уже все продавал в прошлой серии, да? Не, смотри, вон куски мяса есть какие-то ненужные. Так, Lucky Strike, это нам, по-моему, по квесту надо было. Вот опять же, это перейти на базу чистого неба. Я не знаю. Давай сначала, подожди, я сделаю звук потише. Вот так вот. И давай сейчас разберемся с заданиями насущными, скажем так. Так, надо отнести, короче, опять на болото, да? Типа. И потом надо будет поговорить на барьере с Цербером. Ну давай сначала, я не знаю, я отнесу, короче, им пачки сигарет. Посмотрю проводника на болото. Хотя нахрена, блин, мне этот проводник, блин. Он мне отведет сейчас там за пару тысяч, буквально там противоположный конец на болотах. Так что смысла мне пользоваться его услугами сейчас нету. Я быстренько сейчас бегаю, отдам эти пачки сигарет и через проводника уже пойду, короче, к базе свободы и там уже поговорю с этим сервером. Вот такой план. Давай сейчас метнусь. Быденько. Так, подожди. Вот здесь, по-моему, проход. Это он и есть. Все, давай, прошли. И нас, кстати, сейчас даже ближе, по-моему, закинет, чем если бы мы воспользовались услугами проводника. Меньше бежать даже придется. Сейчас разберемся. Мы, кстати, такой пиздатый костюм купили на переносимый вес в прошлой серии. Так, звук. Давай звук сразу пофиксим. Короче, смотри, у нас теперь 65 килограмм, короче, дает. И у нас 4 еще сетки. И мы еще можем одну поставить, между прочим. Это такой нехреновый буст. Я скажу, по-моему, в прошлых сериях у нас что-то в районе 65 килограмм можно было приносить. А сейчас, по-моему, на 30-ку больше, там 92. Вот так вот. Так, дай-ка я сверю с картой. Ну, тут в любом вроде случае прямо вот так вот идти. И мы тогда придем к ним. Ну, короче, побежали. Тоже новых противников не появилось, нет? Какие бандюки не засели? Господи, чуть в аномалию не влетел. Мы тут в прошлой серии подстреляли парочку человек. Ну что, полпути уже пробежали, да, мужик? Здорово, кстати. Модная винтовка. Легко, по-моему, у него там. Так, аномалия. И мы проголодались. Давай схаваю старое мясо. И запью водичкой. Запил. Поел. Ну, кстати, воды у меня реально дохрена сейчас. Он что-то пьет эти фляги, пьет, все никак не выпьет. По-моему, у нас 5 фляг, как было там с прошлой серии, так оно и осталось. Давай, почти добежали. Вот чем хороший костюм на переносимый вес. 95, мать его, КГ, это еще не предел.
Так, кому там курево сдать? Тебе? Холод, по-моему, тебя зовут, да? Здорово. А, библиотекарь, извиняюсь. Так, я выполнил задание, так. Благодарю. Чья-то псевдособака. А так это дружок доктора Псина, старый стал. Так старик сердечный попросил холода о местечке тут для песика. А сам вроде бы еще одного приручил. Во как, а по виду не скажешь, что дикому тушку все это так нужно. Нечто-то бывает омачивает зверюшка добрейшей души создания. К слову, могу поделиться интересной информацией об этих собаках. Все до собаки, пси-собаки, чернобыльцы не являются собаками вовсе, нет. У них есть что-то и от собак, да только на самом деле от волков они произошли. Долги после проведенных исследований мутанты к такому выводу пришли. Понятно, а сам как именно узнал? Все просто, в силу своей профессии истории интересные собираю или записываю. К слову, раз уже о псевдопсах речь зашла. Короче, понятно. Местечко похоже на наше болото, затону называют. У нее тоже есть псевдособака. Выдумка это или нет? Вот сможешь ли разузнать? Ага. Ну, на затон придется идти тогда, получается. Конечно, чего там? Всего лишь с самого юга до самой серой зоны идти. По возможности проверю. Окей. Хавки у меня есть еще пока достаточно. Встретиться с холодом. Подожди. Это мне сейчас с холодом надо идти базарить. Ну давай, погнали. Я не знаю, почему оно висит как основное, типа... Так, подожди, холод. Это мне вот сюда. Давай холод побазарим. Здрав буди. Здрав буди. Решение проблем насущных. Что надо сделать? Весь внимание. Вопрос, артефакт. Нужно получить артефакт белый обруч для его более детального изучения. Наш профессор считает, у данного артефакта есть свойства, которые пока не были обнаружены. Поэтому ценность его сейчас для нас высока как никогда. И где мне его, блядь, искать? Тут, братан, чтоб ты... Будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Да-да-да, слушай, братан, тут такая тема, блин, понимаешь, в этой модификации тут немного сломаны, короче, эти. Детекторы аномальных полей, блин. И я не смогу просто так тебе найти артефакт этот. Мертвый город, подожди. А что там в мертвом городе? И типа мне там найти этот артефакт или что? Что этот артефакт обладает гораздо большим количеством эффектов, чем известно на данный момент. И типа он что, в мертвом городе находится или что? Или подожди. Ладно, похуй, давай пошли к Церберу поболтаем. Так, лишних предметов у меня тут нету. Лишних предметов у меня тут нету. Патронов хватает, медицины хватает. Мне надо найти проводника. Подожди. Это ты проводник вроде, да? Прям на выходе стоишь. Да. Так, нет, слушай, ты не проводник. Где тут проводник? Дай глянуть. Место для сна. Техник. Бармен, важный персонаж, медик, торговец. Подожди, где-то тут у вас был проводник. Вот ты похож на проводника, да? Здорово. Сплю, она у меня под боком. Я с ней... Я должен быть постоянно в поле зрения, так как я проводник местный. Ага. Давай, росток, так, деревня новичков, механизация старая церковь, насосная станция, наблюдательный пункт. Росток, подожди. Росток или агропром? Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Вообще, конечно, на Росток было бы неплохо попасть. Счастливые. Это вроде самая ближняя локация. Так, типа Росток. Запомните, духманы.
Блин. Там или движняк стрёмный. Спокойно высаживаешь рожок по сердцу стрела. Лупи по кустам и деревьям. Давай, слушай, подожди. Давай-ка ты мне доведешь. Если видит тебя, и то ему нужно время сосредоточиться на жертве. Пинки перещелкиваешься на спарку и ставишь калаш на короткий очередь. Давай на гопком, короче, метнемся. Трех и рывком. До гопрома, там, короче, найду проводника. Хотя, блин, где я там найду проводника, если там, короче, эти, блин, долговцы. Хотя, если что, слушай, давай пешочком пробежимся. В принципе, там что, через одну луку пройти. Короче, разберемся сейчас. Так, мы на агропроме. Угу. Так, дуем сейчас на свалку, а через свалку, короче, дуем на дикую территорию. Ой, какую дикую территорию? На эту. Господи. На склады, короче, армейские. На росток. Армейские склады, да. Так, нахрен ту базу. Сейчас аккуратненько по дороге оббегаю тут. Отстреливаю с ногком, блядь. Надеюсь, что военный на меня не сагрится. И вот так вот продолжаю. Давай, срезаю нахрен все это с них. Добро. И делаю музыку потише. О, нифига себе, ты богатый. Там зомби ходят вдалеке. Ну-ка, давай-ка разберемся. Слушай, выгодные зомби, я не знаю. Самые выгодные мутанты, походу. Давай ручку свою сюда. Я как раз там мимо охотников прохожу, так что. Так что мне выгодно с вас срезать все это. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Блин, подобрал хлам ненужный. Вот думаю, забежать, помочь там, постреляться. Но опять же, в лате там во все это не хочется. Давай, ладно, дальше побегу. Сохраняюсь и бегу. Наш персонаж опять хочет пить. Давай попью. Все. Выбежали с локации. Давай, погнали дальше. Си-шторм. Ну-ка, давай-ка подускоримся. Конечно, можно, наверное, в тоннеле там спрятаться. Давай прямо здесь сохранюсь. Да-да-да, бегу уже, скрываюсь от пси-шторма. Все.
Давай, мужик, я только еще музыку потише сделаю. Вот так вот. Давай. Пока там все шторм, передохну немного. Вот так вот, вот так вот. Отдаю все это тебе, добро. За 2007 рубасов. А у тебя завоза патронов нет. Слушай, есть все. А сколько их у меня? 59. Ну, эти патроны, они расходят как, расходятся как горячие пирожки. Так что я еще закуплюсь, пожалуй. Так. Пси-блокаду. Да, забирай пси-блокаду. Так, ну что, все получается. Я бы еще оружие починил бы немного. А то я смотрю, тут сейчас прям самое время чинить его. Давай вот так вот. Дробаш немного подчиню. Вот так вот. Ну вот и все, починил. Костюм еще у нас целый. Маска тоже целая. Надо нож, наверное, подзаточить чуть-чуть. Давай. Работа. Ну, давай вот. Постреляю. Еще работа, мясо тушкана, еще что-нибудь. Ничего не можешь предложить. Ну, вроде как это тут находится неподалеку, да? Да, вот прямо за той кучей. Че, возьмешь кусок брезентовой ткани или что я там нашел? Вот это вот. Танис активированного угля. Нифига себе. Давай, ладно, подождем пока. Я, короче, пока остановлю съемку, пока все это идет дело. Так, ну чё, все закончилось? Все шторм закончился. Давай, погнали, короче, по нашему пути, скажем так. Так, мутантов тут нету никаких, нет? Так, нам еще мутантиков надо там пострелять, за этим пригорочком. Давай уже так мотнемся, да, кружочек. Пускай денежка будет. У нас 36 косарей есть. Еще какая лишняя десятка, лишней не будет. Учитывая, что там еще с мутантов можно посвязать всякие ништяки. Угадать этому же торговцу. Квест достаточно выгодный получается. Чё, серьезно? Один мутант только. Не, подожди, я хочу знать. Один мутант. Да, один. Давай их уголя здесь дам. Посмотрю, может, кого-нибудь еще по дороге получится подстрелить. Так, ну вроде никого не видно. Ладно, ничего, давай. Кружочек дадим. Денежку мне выпишет. Репутация поднимется. Благо, все это можно сделать. Без напрягов, без перегрузов. Давай, мужик, расщепляй карман. Расщепляй кошелек. Пришел сдавать тебе. Давай. Так, я выполнил задание. 6200 дал. Забирай часть этого мутанта. Окей. Ну все, побежали дальше. Вот так вот. У нас там 43 тысячи есть. Так, в аномалию будем вляпаться. Так, еще одна. Оббегаем. Аккуратненько.
Давай, сейчас заскочим. Долгашам. Через них побежим. И дальше. На вместе склады. Давай, проскочили. Быстро, лихо и легко. Давай, запускай. Только давай музычку еще потише сделаю. Вот так вот. Сесть поудобней. Чё, как думаете, там новые мутанты заспавнились? Чё-то мне кажется, что нет. Но пушку я, пожалуй, достану. Слушай, если льва идёт, значит заспавнились. А, вон, смотри, бегают. Резвятся. Нападают. Ну двоих сбрил. Давай. Ты, мужик, не обидишься, как бы это все мое. Это я их подстрелил. Че ты там делаешь? Ага, ничего не обнаружил, да? Бывает беда, да. Случается такое. Здрасте. Так, надо перекусить что-нибудь. Вот давай батончик старый перекушу. Подсохший такой уже сухарик, знаете. Такой большой цельный такой сухарь. Закусил там. Бармен. Я тебе тут сейчас, пожалуй, скину там пару кусков мутантов. Да, не задерживаюсь, бегу дальше, не останавливаясь. Так, бармен, иди сюда. Слушай, подожди, отдавай-ка я, может быть, всю эту хрень продам. Так, нет, давай я возьму вот так вот. Вот это возьму, пожалуй. А остальное я оставлю. Здорово, бармен. Да, такое. А ты как? Забираю вот это на 104 рубаса. Все, давай, погнал дальше. Я ж тут никаких квестов нету. Нет, никаких квестов нету. Мне вон с Цербером поболтать надо. Какие новости, сталкер? Мужик, ну дай пройти. А, эти пушка у тебя модная. А это отца, это вот это. Вот С14, по-моему, называется в этой игре. Гроза. Так, ну если там заспавнились новые мутантики, то скорее всего и тут заспавнились, да?
Слушай, я вообще, по-моему, аномалии там засосала. Ну, одну точно. Так, у меня получится с тебя срезать? С тебя уже не получится ничего. Ничего полезного. У тебя, ну, там есть кое-что. Давай дальше пойдем. Все, прошли. Прошли дальше. Давай, подгружайся. Так, и опять музыка это гремит на всю. Вот так вот. Ёб твою! Это что, наемники, блядь? Вот обрадовали, так обрадовали. Что у тебя было? Бандиты, ни хрена себе. Ну, в принципе, он мою другу покупил, скажем так. Так, ну это Эмбиан, это не сдох там поблизости ходит. Так, слушай, мне костюмчик надо подшить немного. Давай вот так. Плюс вот так. Плюс попить. И мы снова в строю. Что-то какой-то бандит там решил налететь на меня. Ни хрена у него не вышло. Так, а где стрельба? Кто воюет? Кто там с кем там? Там снайперская винтовка вроде работает, судя по звуку еще. Это что, базу свободы атакуют, что ли, или что? Ты, блядь, кто? Ты ж не монолитовец, нет? Или это долго весь вообще, блин, идет? На, гад, на! Ясно, там свобода, походу, с долгом воюет. Я вместо в это дело не буду, это не моя война. Да, это долг со свободой воюет. Ну чё, кто кого? Все, да, отработал молодого. Ну, кстати, нечестный файт. Нечестный файт был. Че вольно, че вольно-то? Братан, сваливал бы ты оттуда. Ты один, а там целая база находится. Так-то. Бежал бы, говорю тебе, беги отсюда. Так, мне тут на барьер к Церберу. А, подожди, это куда мне тут бежать? Это правее, вот туда вот. Ну вот на этот пригорочек. Ну
Ой! Все еще не вылечился. Так, мистер Цербер, вы где обитаете? Это ты, Цербер? Слушайте, а костюм как у монолитовца. Ну здорово, здорово. Здравствуй, сталкер. Ну что же привлекло тебя к границе мира живых и не очень? Расскажи о себе. А чего ж не рассказать, назвать Цербером меня? Повидал я таких вещей, что не каждому сталкеру приснится. И за выжигателем бывал не раз, когда тот мощность сбавлял. Даже ЧС видел достаточно близко. Настолько близко, что Бесок офигел от полчищ монолитовцев, окружающих ее. Ну понятно. На севере начали бесследно пропадать сталкеры. В связи с чем у меня возникли подозрения, что это далеко рук очередного культа в зоне, скрывающийся где-то в лесах. И то осень на поступках ЧС, если случаи не врут. Пока по нам вновь не ударил монолит. Так, мне нужно догнать стрелка, пока не поздно. Он должен был пройти через радар совсем недавно. Видел ли ты его, брат? А я знаю его, стрелка-то. Встречались пару раз во время вылазок вглубь зоны. И таки да, ты верно мыслишь, проходил он тут, да и не только. Помог со своими нам очередную попытку прорыва через барьер отбить. Мы-то обычно и сами справляемся, но тут этих уродов прямо в мясорубку и закинули. Буквально за пару минут всю штурмовую группу монолитовцев положили. Никто не ушел. Да уж, звучит как то еще зрелище. Так, а что со стрелком и его отрядом? Они ушли на радары и... Верно сечешь. Даже больше скажу, у каждого по дорогочному псишлему было. Такие разве что только у ученых раздобыть можно, на коленке не сварганишь. Я тебе так скажу, брат. Я краем уха услышал пару раз упоминание бункера под выжигателем и что им нужно куда-то попасть. Бункер под выжигателем. Ну, я, кажется, ну, я знаю, о чем. Там, по-моему, отключался выжигатель, в принципе. Так что вполне возможно, что они и двинули как раз туда. Ну, или уже отсиживаются где-нибудь в центре с такими же смельчаками-удачниками. Вот и приплыли. Одно дело искать обходной путь и не лезть прямиком под эту хреновину. Черт, выхода нет. Ничего не остается, кроме как и мне лезть туда. Ну, короче, стрелок туда поперся, выключать этот выжигатель, типа, по новой. Типа, он хочет повторить, что ли, типа, свой предыдущий поход или что? Короче, раздобудь устройство пси-защиты. Ага. Монолит пришел опять. И с ними там сейчас... Так, ну-ка. Ебать, там война идет. Какая нахрен, блять, аптечка? Я бы тут выжить бы. Так, мне что-то больше никто гранатами не закидает. Закидают, блять. Еще как закидают. Я ж тут никакого рандомного свободовца не пострелил, я надеюсь. Сейф.
минус один еще. Аптека. Сейф. Аптека сейф, аптека сейф, аптека сейф. Так, это свой. Жопа ты, блин. Вы раздраконили мой костюм. Уроды. Давай ты возьмешь опять кар. Мы сохранимся, блядь. Так, все походу. Давай берем этих засранцев. Пока это не сделали за нас. Давай вот так вот. Вот так вот. Бляху вот эту возьму. Нашивку, еду. Ну, братан, слушай, ну ты мне хотя бы что-нибудь оставь. Ладно, вон мне Мальборо надо. Да сам ты чертяка, блин. Да убери ты свою пукалку. Отсоединись глушители. Это вот все мое. Ты это, не безобразничай. Ну сам не безобразничай, слышь. Шел бы ты вообще отсюда, а? Я-то вообще-то всех пострелял. Добро мое собирает, понимаешь ли. Ну, он может там старыми патронами поживиться. Пистолет на продажу пойдет. А, подожди, давай-ка я музычку потише сделаю. Вот так вот. Действительно. И откуда у них, мать его, столько добра набирается? Непонятно. Так, а, подожди, у меня там верблюжий гор, по-моему, был. Так, ладно, давай сначала обобрать, потом уже разбираться. А, так. И Сашку можно попробовать. Она разъебанная. И просто реально интересно пострелять с этого калибра. Типа, что он из себя представляет? 7,62 на 51. Да давай возьму. Сейчас схожу, починю ее. Возьму вот эти вот стволы всякие на продажу, чтобы деньги были на ремонт. О, АУК возьму. АУК тоже в хорошем состоянии. Разрядить. Так, и новых патронов не держим. Вот не держим. Вот это вот возьму. Вот это. Продам все это сейчас быстро. Задание обновлено, комбой. Что за задание, комбой? Ага. Кто-то там сдох, короче, и нам сейчас, короче, дадут за это деньги. Так, мужик, давай с тобой быстро перетрем. Слушай, нет, давай я еще там стволы все-таки пособираю. Если там еще все за меня не подмели. Так, вот так. Вот так. Вот это соберу. Патроны вот эти нормальные тоже соберу. Все эти там гидрошоки, блин. Я не знаю, СВДшку купят, не купят, но я его возьму. У меня переносимого веса пока хватает. Я этим воспользуюсь. Все, вот так вот сойдет. Давай, вот это вот я возьму. А, в хорошем состоянии. Допрем уже как-нибудь. Реально хочу и Сашку попробовать. Ну чё, фух возьми. Чуть было не прилетело. Для нас это просто очередной день. Но ты не думай ничего. Ты тоже дергался молодцом. Ты тоже держался молодцом. Господи, дергался молодцом, блин. Что я читаю? Текст, ладно, надо бы
прибрать тут все, да передохнуть. Но сперва ты нам очень помог, приятель. За что тебе большое человеческое спасибо. Я не привередлив, так что рад любой помощи здесь. Взаимно. И как часто они посылают отряды. Вполне возможно, что сейчас самое время рвать когти на радар. Верно мыслишь, им понадобится достаточно много времени для перегруппировки, так что можешь использовать это окно для прорыва. Вы помог тебе, но у меня тут, как сам видишь, вахта бессменная. Не фанатики, так зомби или мутанты прут. Какой-нибудь совет напоследок? Есть такой. Будь осторожен, не отбрось там коньки. Ну, я понял. Ржавая посудина твоя лучшая зацепка. Завет там всем... Подожди. Есть такое. Будь осторожен и не отбрось там коньки, потому что аномалии, мутанты и патрули монолитовцев никуда не денутся. Дальше. Ага, если тебе повезет все-таки отключить антенны, то топай сразу на Затон. Там найдешь Скадовск. Старая ржавая корыта, где укрываются сталкеры, которые оказались заперты в центре зоны. А если тебе не удастся найти стрелка на радаре, то ржавая посудина твоя лучшая зацепка. Заведет там все, там всем борода. Так вот, он может помочь навести справки о стрелке в тех местах. Передашь привет бороде от меня. Еще момент. В Припять лучше вообще не соваться. Не сейчас. Там будет просто осиное гнездо. Угу. Через радугу. И что, мне предлагают сейчас, короче, топать на Затон? Типа. Подожди. На радар. Вот сюда. Дайте подключать там. Короче, подожди. Давай сначала на базу свободы. Сходим, продадимся. Отремонтирую Сашку. Сделаю все, что хотел. Давай-ка быриком. Угу. Так, он опять устал. Так, ну надо говорить, мне патронов хватает. Это главное. Ну слушай, я сейчас могу столько стволов таскать. А, прицел, слушай. А мне как раз прицел новый был нужен. И вообще я тут хотел починиться, как бы. 56 состояния. Блин. А у тебя какое состояние? 84. Ну давай, надо шлем починить тогда в таком случае. Противогаз наш. И Сашку, наверное, ну, Скар, то есть надо починить. Слушай, а нахрена, если я сейчас менять собираюсь? Так. Мне надо костюм починить. Костюм, короче, что-нибудь, что от 66% идет. Ну, короче, мне в любом случае сейчас сюда надо было идти. Так. И у меня тут квест висит. Давай квест сдам. Ты рассказать, чего хочешь, что ли? Так, кому квест? Тебе квест? Давай, прикупить. Давай, скупи мне все это дерьмо. Так, забирай. Ой, у нас псишторм. 66%. 85%. А ты? Слушай, прям идеально. Вот так. Вот так. Ага. Отремонтировал. Сколько у нас? 78%. Ну, 78, это, наверное, вот это, да? Да, это вот это. Плюс ты.
89. Ну это, блин, 89 это не 90. Давай еще раз тебя. Плюс нож швейцарский. Так, теперь ты. Все, почти 100%. Идеально. Так, и надо опять шлемак, наверное, ремонтировать, да? Продашь? И вот эти вот, вот это мне надо. Что-то мне там с оружейной смазкой. Надо еще, короче, братан. Без обид. Блять, а я и Сашку продал ему. Я продал ему Сашку, который хотел бы купить. В смысле, починить. А у него было 50%. Слушай, подожди. 90, 85. Ну да. Ну чё, я думаю, еще найду какую-нибудь тесашку в более подходящем состоянии. Давайте я еще этот тюбик клея возьму. Давай, чисто неповской нашивкой починю. Так, а кому квест дать? Ну, короче, тут кому-то. Так, КПК. Давай. Угу. Так, ну давай посмотрим разблокированное КПК. Тайник. Маслин с 50% скидкой. Награда за суд слика одного. Понимаю. Так, а еще один КПКшник там у меня был. Вот этот вот. Ну, короче, вот, два тайника есть. Все. Забирай вот это вот. Ага. И я сейчас, короче, на свой скар влуплю прицел другой. Только починю сначала его немного. Так, с нашивкой свободы. Так, ну все, починено. Так, прицел. Прицел, 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 прицел. А где я там находил? Вот он. Ну-ка. Ну, слушай, другое дело, поудобнее прицел. Он обзор так не перекрывает, по крайней мере. Все, короче, народ, давайте на этом серию завершим. Она уже достаточно долго идет. Все. Всем пока.